Мы за Фредди видим Фокси. Вот он стоит. И сейчас, когда он побежит, быстренько переключаемся на Фокси и бежим, 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 бежим. А-а-а, нифига себе, как он успевает все закрывать. И сейчас мы заглядываем к фиолетовому чуваку. Давай, 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 давай. Дом-дом-диби-дом-дом-дом. Дружище, погнали, погнали, погнали. Давай, Бонни, чуть не сбили. Всем отличного настроения, друзья. С вами котенок Лайк. И у нас криповые ночи с аниматрониками. Сегодня мы будем играть за Фокси, Фредди и остальных аниматроников. Прикинь, вот такой вот режим у нас открылся. И будет очень клево. Так, мы сейчас на сцене, у нас общая энергия 13. Кем мы играем? Я даже не помню, кого я выбрал, но в принципе здесь не важно. Мы можем выбирать Чику, Бонни, Фредди и Фокси. Фокси вот как раз сидит в клетке, короче, это офигенно, ребят. У нас должна заполниться энергия, вот допустим, до 100%. Сейчас у нас 24, чтобы мы могли трогаться. На самом деле, я даже не представлял, что у них заполняется энергия, поэтому они так редко и медленно ходят. Я думал, почему они на нас не накидываются сразу, а теперь мы смотрим все это изнутри. Офигеть! Для Фокси надо 300 энергии, прикинь? Ну ладно, подождем. Все, мы можем идти со сцены. Отлично, Бонни пошел. О-о-о, давай-давай, Бонни. И у нас вроде Чика, да, активируется сразу, но у нее пока не хватает энергии. Все, отлично. Мы не можем как-то управлять там направо-налево двигаться, можем только выбирать, куда мы будем перемещаться. Фредди, готов? Идти, ага, надо 200 энергии. По Чике у нас что, 77 энергии. А Фокси у нас уже сейчас будет 300. А, давай активируем Фокси, смотри. Сейчас он выглянет, да? Из шор должен, по идее. Не, только нос высунул. А, во-во-во. Офигеть, мы играем за аниматроников, ребята. Это очень клево. Смотри, мы даже видели, как все остальные двигаются. Блин, это надо успевать за всеми. А, вот он, Фокси двигается, которого мы только что запустили. Теперь уходим со сцены Чикой и возвращаемся к Фокси. Я хочу посмотреть, как мы будем бежать. Почему-то он смотрит в пол. Ну, окей. Подождем. Фокси приближается, смотри. Во-во-во, быстро переключаемся. Смотри, мы бежим за Фокси. Человек закрыл дверь. Фиолетовый человек успел закрыть дверь. Он жесткий. Смотри-ка, он знает, что делать. Перейти в уборную или перейти на кухню. У нас выбор за Чику и за Фредди. Мы что можем делать? Так, призвать Голден Фредди можем. Давай призовем. А, нет, он 500. Мы можем куда-то выбраться. Фредди, смотри, у нас здесь быстро листается. И нам надо успеть нажать, чтобы мы переместились к нашему фиолетовому чуваку. Окей, Чика теперь может двигаться. Давай, куда мы пойдем? Я что-то... не посмотрел даже. Вот у нас клюв торчит. Чика клювастая. Эх, блин, вот это, конечно, офигенно. Дом-дом-диби-дом-дом-дом. Это уже не так стрёмно играть и спасаться от аниматроников, как было до этого. Потому что мы теперь сами аниматроники. Мы можем перейти в мастерскую, можем перейти в кладовку. Давай в мастерскую пойдем. А, мастерская это здесь. Я почему-то думал, это около человека нашего. Сколько? Мы можем опять активировать Фокси. Блин, я не завидую этой ночи. Сколько Фокси у нас будет выбегать? Я, кстати, не вижу, что у нас здесь еще происходит. Сколько сейчас времени? Так, энергия Фредди, энергия Бонни. Перейти в кладовку, перейти в угол холла. Давай мы с тобой перейдем. О, так, 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 Фокси. Фокси, давай двигайся. Ты че? Я же нажал тебя активировать, а ты только нос свой прислонил к двери и никуда выходить не хочешь. Ага, перейти на кухню, перейти в угол холла. Это у нас Чика. Пойдем на кухню сходим. Я, честно говоря, что-то немножко подзапутался. Куда мы сейчас? Отлично! Бонни идет прям к человеку. Мне интересно на него посмотреть. Вот она, Чика увидела Фредди. А мы сейчас... давай, 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 прям к нему перейдем. Давай, Бонни, давай, давай, давай. Вот он. Так он, там он там. По идее, да. По идее, да, он там должен стоять. Сейчас мы его увидим, этого фиолетового человека. Против которого мы играем, но за которого когда-то мы играли. Давай, поворачивайся. Блин, не повернулся, прикинь. Да ну нафиг. Зайти в офис. А, зайти в офис надо 100 энергии. Сейчас, ребята, сейчас осталось чуть-чуть. 100, погнали, зайдем в офис. И давай, давай, только бы не успел он дверь закрыть. А, успел, да ладно. Ничего себе. Пойдем в офис, Чика, давай. Ладненько, ладненько, все нормально, ребят, все отлично. Давай здесь попробуем все-таки уловить. А здесь нету надписи офис. Мы можем просто куда-то переместиться. Непонятно куда. И можем, кстати, двигаться за Фредди. Отлично. Хорошо, хорошо, Фокси сейчас поет. Сейчас рванет, смотри. Нос какой черный.
Отлично. Там, по-моему, Бонни, да, выходил? Не, куда-то он спрятался. Мы за Фредди видим Фокси. Вот он стоит. И сейчас, когда он побежит, быстренько переключаемся на Фокси и бежим, 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 бежим. А-а-а, нифига себе, как он успевает все закрывать. Ты смотрел? У-ту-ту. Мы можем, кстати, игнорировать камеру. Давай мы с тобой побольше энергии заберем. А Чика у нас уже может зайти в офис. Вот это хорошо. Это сейчас мы с тобой двинемся в офис. Вот он, Фредди. Ты у нас здесь что можешь, дружище? Пока ничего не можешь. Бонни у нас перейти в угол холла, перейти в мастерскую, зайти в офис 225. Все, будем ждать, когда мы сможем зайти в офис. Пока у нас Чика двинулась именно туда. Мы за Фредди ее тоже не видим. Давай, 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 Чика. Блин, жалко, здесь нельзя, конечно, крутить камеру. Это было бы очень клево. Кстати, напишите в комментариях, хотите ли, чтобы мы вместе с котиком игроманом поиграли во FNAF. Я знаю, что есть версия, когда можно играть вместе онлайн. Это будет очень круто. И сейчас мы заглядываем к фиолетовому чуваку. Давай, 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 давай. Есть! Да ладно, ты его видел? Я что-то не понял, он там был или нет. Просто дверь перед носом закрылась. Время, сколько осталось время? Пойдем тогда тоже в офис зайдем. Бонни. Давай, Боняша, зайчик наш, заходи. Что у нас по Фредди? Можно вызвать Золотого. Мы с тобой его еще ни разу не вызывали, поэтому давай подождем. А, у нас дофигища энергия. Сейчас мы с тобой, короче, активируем Фокси. О, давай, 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 Бонни, Бонни, Бонни. Нету чувака, нету, ты прикинь, просто дверь сама закрывается, офигеть. Ладно, Фокси, я тебя активирую и игнорируем камеру. То есть все, нас теперь не видят, и мы сейчас просто дико рванем. Просто офигенно быстро, насколько я понимаю. Не, Фокси пока еще скрывается аккуратненько, но ничего. Ничего, дружище, погнали, 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 давай, Бонни, чуть не сбили. И офигеть, он уже закрыл дверь. Блин, да как же так-то? Что за дичь? А, окей, Фредди, как у тебя здесь с энергией? Неплохо, но Золотого Фредди мы еще вызвать не можем. Ладно, хорошо. Значит, в принципе, нам тут главное заходить в офис. Все остальное мне особо не важно. Двери открыты. Двери у нас открыты. Подожди, мы как-то сами что ли двинулись? Я же Чику никуда не отправлял, по-моему. Перейти в угол холла, зайти в офис, перейти в мастерскую. А, ладно, выйдем с тобой отсюда, вы. Посмотрим. Вот Фредди мы можем смотреть, что здесь происходит. За него мы тут все листаем. Сейчас, нам осталось 100 энергии, чтобы запустить Golden Freddy. Ты прикинь, это вообще будет бомба. Чика пошла. Ох, красотка наша. Так, а Бонни куда-то там ушел в другую сторону. Ладно, Фокси сидит в клетке своей. Короче, нам не помогло много энергии. Будем просто запускать. Типа отключили камеру, но все равно нас услышали. А, так. Ну, я не знаю, Чика. Нам надо все-таки в офис заходить, потому что. Так, Фредди, 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 Фредди. Как же нам забежать-то туда? Как же нам с тобой рвануть? Ладно. Сейчас мы с тобой. Когда эта ночь-то вообще закончится, я что-то не понимаю. Смотри, если мы рядом, мы можем перейти в офис. Опа-опа-опа-опа-опа-опа. Давай сразу направо смотрим. Нету только дыма от фиолетового человека, а фиолетового человека нету. Интересно. Тогда мы с тобой сейчас перейти в уборную. Слушай, уборная это получается... А, это туалет. Да, я просто подумал, что это рядом с офисом. А, окей, Фокси, ты еще не готов. Но мы можем запустить Golden Freddy. Вот он, Golden Freddy пошел. Точнее, он закричал, почему-то мы сами увидели изображение Golden Freddy. Но мы поймаем этого чувака-то, нет? Почему Golden Freddy пугает аниматроников? Чё за дичь такая происходит? Вообще не понимаю. У-ту-ту-ту-ту. Так. Фокси, 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 давай, 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 давай. Стартуй, смотри, мы сейчас. Вот он рванул. И он уже закрыл дверь. Сколько ж у него энергии-то? Да ну нафиг. Мы сейчас, кстати, сможем еще раз Фокси запустить сразу прям. У него столько-то не должно быть энергии. Так, 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 перейти в угол. Давай мы с тобой, нам надо его загонять, просто этого чувака надо, чтобы он офигел. Мы тогда сможем его поймать. Не понимаю, здесь заканчивается время, чисто по идее должно как бы время заканчиваться. Окей, мы с тобой сюда перебегаем, потом мы перебегаем. Почему ты бежишь сюда? Почему ты бежишь именно вон туда, когда я хочу бежать, чтобы ты бежал вот сюда? Давай, давай, давай! Отлично, отлично, а где мы? Подожди, подожди, мы почти рядом. О, во-во-во-во, вот сюда хочу забежать я. П-
Почему-то как-то коряво на самом деле он управляется. Вот вся эта... А, у нас все равно энергии даже нет, но мы пошли за Чику, мы пошли в офис. Окей, Бонни, я тебя запускаю в офис. Фокси мы тоже, в принципе, запустили. Вот он, Фредди стоит, смотри, мы видим Фредди. Офигеть, все, давай, Чика, давай, давай, давай. Часы там есть? Часы? Я не вижу. Сколько нам времени-то осталось? Опа-па-па-па. Мы его вообще поймаем когда-нибудь? Эй, Чика, ты чё-то не заглянул. Куда надо? 5 часов, 6 часов. Чувак выжил, прикинь. Ну ладно, я все равно надеюсь, что тебе понравился видосик. Подписывайся на мой канал, ставь лайкосик. Всем удачи, до скорых встреч, пока-пока.